С уфимцами глава города Анатолий Пахомов встречается не первый раз. Во время турне по городам России сочинская делегация побывала в столице Башкортостана с презентацией Сочи. Там и пригласила их принять участие в карнавале, который традиционно знаменует начало активного курортного сезона. Уфа очень красивый город и богатый город. И то, что у нас сегодня с этим городом хорошие отношения, и именно из этого города у нас прямой рейс, и будут приезжать гости в город, это огромный успех для города Сочи. Сегодня официальная делегация побывала на Красной Поляне и в Олимпийском парке. Посетила Сочи автодром, где даже представилась возможность сесть за руль болидов. Конечно, всем, кто приезжает в Сочи, всегда любопытно побывать там, где российские спортсмены боролись за олимпийское золото. Все участники уфимской делегации отметили большие существенные изменения, произошедшие в последние годы в столице зимней Олимпиады. Мы приехали для того, чтобы посмотреть и изучить опыт города Сочи в вопросах ландшафтного благоустройства, в вопросах дорожной инфраструктуры, в вопросах, связанных с организацией туристических потоков, в вопросах организации гостиничного хозяйства. Сочи, мы считаем, является безусловным лидером Российской Федерации в этом направлении. И то, что произошло за последние 5-6 лет с инфраструктурой города, с самим городом Сочи, с горожанами, это, конечно, заслуживает всяческого уважения и восхищения. А мы гордимся, что у нас в России есть такой город Сочи. Ирек Ялалов отметил также необычный подход сочинской мэрии по привлечению на курорт туристов. Он сказал, что поездки главы города по регионам России в ходе рекламной кампании являются действительно результативными. Это подтверждают и организованные прямые авиарейсы из Уфы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.